Доброе утро, Уотсон. Холмс, как вы узнали, что это я? Я не курю особенный табак, и я не надушен одеколоном. От вас исходит дух бойни. Запах морга. Зеленый чай, пожалуйста, Чанг. Одну чашечку. Господин не останется. Жизнь вдали от Бейкер-стрит пошла вам на пользу, Уотсон. С нашей последней встречи вы поправились на 7,5 фунтов. Точнее, на 7, да? Мне показалось, чуть больше. Я бы тоже выпил чашечку чая. Не обращай внимания. Почему вы преследуете меня, Уотсон? Интересное дело. Юная девушка, 16, возможно, 17 лет, найдена на берегу Темзы в Шадвилле, задушена шелковым чулком. Если вы ищете сенсационный случай для ваших записок, предлагаю вам, как обычно, все придумать. Признаться, я стремлюсь спасти от наркотиков и скуки дорогого мне друга. Трогательная забота. Вы обещали. Обещания для того и дают, чтобы нарушать. Съездите в больницу, взгляните на девушку, передавайте привет невесте.